А добро пожаловать на мое новое видео. И сегодня мы будем Да нет, сегодня будем разбирать все разновидности видео на моем канале. И самое главное, история их появления. А это очень важно на самом-то деле. Итак, начинаем. А теперь дайте мне какую-нибудь музыку, я ее врублю, пожалуйста. Я, кажется, понял, куда нужно засунуть инструкции. В детстве я любил бас-бусты. И так как мой канал был живой, я решил сделать что-нибудь подобное. И однажды я нашел в Power Directory специальный эффект, который называется площадь. И он очень был похож тогда, когда это был бас-буст. Проблема заключалась в том, что в Power Directory максимальная громкость была 200%. 200! Мне было обидно, когда я об этом узнал, но ничего не осталось делать, кроме как смириться с этим и сделать видео «Растишка MP4». И через несколько месяцев я зашел на свой канал и вижу... вообще охренел. И уже потом подумал, ну лучше уже не... И бац, 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 бац. А потом, почувствовав популярность, я решил сделать другие MP4 видео. Собственно, все. Продолжаем. Скажу коротко и ясно. Я тогда любил РИТП, но из-за того, что меня смотрели родители и сейчас смотрят, то мне приходилось все это дело под названием кривой монтаж. Он реально был кривой. Я вообще не старался в это время. Хотя сейчас буду что-то изменилось. Собственно, мне не о чем о нем говорить, поэтому к следующему. А, следующий у нас на очереди переозвучка. Все это было просто. Я брал какую-нибудь серию из мультфильма или какую-нибудь серию из Галилео, начал записывать все за один дубль. В принципе, я сейчас тоже. Но на самом деле я постоянно любил импровизировать. Поэтому. Да, сейчас мне это еще хуже получается. Но вам более-менее понравилось тогда, когда Пушной начал устраивать пожар чайником. Давайте вот на примере вот это вот цветок. Вот, вот такой вот цветок. О, господи. То есть вот так вот берем чайник и... Что это такое? Видимо, пора звать скорую. Ты посмотри на эту скотину, она же вся обосранная и уже эти... Эта рубрика оказалась неудачной. Во-первых, потому что она приносила очень много ненависти со стороны тех или иных игр, которые я обозревал и показывал темные стороны. Во-вторых, потому что мне самому этого не хотелось, знаете. Я не хотел, чтобы кого-то оскорбить или унизить, но... Ну да, вот эта идея мне пришла в голову, когда я устал от того, что происходит в Google Play, а еще такое. Ну, меня вообще можно было понять, в принципе,
ничего не изменилось сейчас. Я до сих пор ненавижу каталог этого приложения. Но все равно. Вышло только две серии «Темной стороны», и хорошо, что я вовремя успел опомниться и больше не делать таких подобных выкрутасов по типу «Бэлстарс. Темная сторона». Ну нахера мне это нужно было, а? Если вы будете меня просить еще «Темной стороны», то я сразу буду отказываться. Нет. Больше не буду, окей? По-моему, я занижаю. 97. Минимум. Телепромат представляет. Знать все на свете нереально, но я, мечту свою лелея, решил проблему гениально. Я подключаюсь к Галилео. Привет! В эфире новогодняя... Однажды я посмотрел в новостях, что Галилео решили вернуть, но уже с другим ведущим. Я подумал, ну ладно, может быть он будет лучше, чем Пушной. Посмотрел первую серию и сразу вскрикнул. Как смеете вы стоять там, где стоял он? И я решил немного хайпануть и еще поностальгировать. Вообще, Галилео — это не устаревшая классика. И я до сих пор офигею, как они успели сделать 1000 серий за несколько лет. Они должны были иметь очень большой труд. Но мы сейчас говорим не о Галилео, а о моей рубрике. Да, отчасти я делаю рубрику из-за того, чтобы бунтовать насчет нового Галилео, но на самом деле я еще делаю это ради ностальгии. Если вы смотрите Галилео и у вас нет чувства ностальгии, тогда я не знаю, что вы за человек. И именно из этой рубрики, наконец-то, стереотип о том, что только MP4 видео мне помогают, устарел. Вообще, критиковать человека по нескольким видео — это вообще глупо. Что ж... И, наконец-то, последняя рубрика, которая вообще у меня есть. «Растения против зомби» была вообще первая игра, которую я вообще поиграл. Да, даже «Майнкрафт» я поиграл после него. Я даже помню бета-игры, когда она была на флеше. Я помню, когда игры были лучше. А не то, что сейчас. Без шуток. Если бы «Растения против зомби» не было, тогда бы моя жизнь была бы совсем другой. И, возможно, у меня был бы получше голос. Но неважно. Вспомнил я про нее, когда Shy Guy Mask выложил обзор на сложный режим этой игры. А это было вообще-то в августе или в сентябре. Подумал я несколько месяцев, оказалось, что прошел уже почти год. В общем, взяв я PvZ Tools и начал снимать паки от первого-то. Зашибись, вообще было время. Это было недавно, погоди. Что ж, полагаю, я думаю, на этой ноте нужно закончить. Я знаю, что не факт, что все посмотрят это видео, но я все равно верю в хорошее. Или верил. Я не знаю уже. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я, видимо, уже пошел, потому что я еще... У меня еще дело одно есть. Ну, пока. Эта рубрика оказалась просто огроменной неудачей. Во-первых, потому что все ее ненавидели. Даже я. Во-вторых, она просто приносила вред. И из-за этого я не мог нормально получать подписчики. Не мог получать подписчики. Мартин, ты долбоящер или что? Тебя русскому учили, нет? Вышло только две темные стороны, и хорошо, что я наконец-то стал... что? Вышло только две серии темной стороны. Нет, погоди. Вышли то! И к тому же решил... И к тому же решил делать это видео без всякого сценария, да. Но мы сейчас говорим не о...
Но мы сейчас говорим не о Галилео, а... Но мы сейчас говорим о... Если у вас при просмотре Галилео в детстве и при просмотре Галилео сейчас если у вас при просмотре Галилео нет никакой ностальгии, тогда я не знаю, что вы за люди. Если у вас... Твою мать. Язык заплетается. Если у вас нет чувства ностальгии... Если вы смотрите... Крещение Путин была первой игрой вообще. Так. Вот что называется, я делаю без сценария. Без шуток. Если бы... Вспомнил про неё, когда Shy Guy Mask... Я устал уже. Сколько можно? Мартин, тебя сколько раз вообще в жизни язык заплетался? Раза миллиард точно. Вспомнил про эту игру, когда Shy Guy Mask должен... Вспомнил я про неё, когда Shy Guy Mask выложил обзор на сложный режим этой игры. Когда я мог нормально говорить, а не то, что сейчас. Забыл, что хотел сказать. Забыл. А, вспомнил. Не, забыл. Что? Ладно, тогда пропущу. Что ж, полагаю, я думаю, на этой ноте нужно закончить. Я знаю, что не факт, что все посмотрят это видео. Потому что они, наверное, уже про меня все забыли. Но я до сих пор верю в то, что... Но я все равно верю в хорошее. Или верил. Я не знаю. Ребят, купите новое тело, я уже устал от этого. Look, it's one of my greatest achievements.